От Владикавказа до Владивостока пешком. С такой целью пустился в одиночный поход по стране Заур Гуриев. На отчаянный шаг молодой человек решился из-за любви к природе. 28-летний житель Северной Осетии с детства мечтал увидеть красоты России. Путешествие стало своеобразным призывом к общественности обратить внимание на проблему исчезновения редких видов животных. Это была мечта детства, но чуть старше мы стали, и я решил еще приурочить свой поход к проблеме исчезновения редких видов животных. Ну, в 20 веке у нас очень истребляют кошачьих леопардов в Осетии. Исчез символ Осетии, переднеазиатский леопард, его у нас называли кавказским барсом. В пеший поход Заур отправился 12 октября. Общая протяженность его маршрута составит около 10 тысяч километров. На Дальний Восток путешественник планирует прибыть до конца следующего года. Как признается Заур Гуриев, друзья и близкие восприняли его инициативу неоднозначно. Сегодня он добрался до Элисты, но надолго здесь не задержится. Думаю, что находясь только в Элисте, невозможно ознакомиться вообще со всей республикой, сколько бы я здесь ни находился. И просто планирую увидеть все культурные достопримечательности, памятники, которые есть в Элисте, пообщаться просто с людьми. А дальше у меня есть еще населенные пункты, где есть люди, и дальше с ними буду разговаривать. Все-таки люди в селах, люди в городе отличаются. И на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире.